Степанакерте прошел всеармянский митинг с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Арцаха Бако Сайкина. Об этом говорится в сообщении правительства Карабаха в Facebook. В сообщении, в частности, отмечено, всеармянские игры через спорт распространяют идеи объединения и солидарности Армении, Арцаха, диаспора среди всего армянства. Ваше участие в этих важных мероприятиях еще раз покажет нашу единую позицию по национальным приоритетам, способность консолидировать наши силы. Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян на днях обратился в прямом эфире на своей странице в Facebook ко всем карабахцам, объявив о важном разговоре с ними, который состоится на митинге. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.